57-я статья Конституции Российской Федерации обязывает каждого гражданина нашей страны платить налоги и сборы. К сожалению, не все сегодня понимают прямую зависимость пополнения казны и уровня жизни жителей. Ведь своевременно уплаченные налоги и четкая отлаженная система налогообложения – это залог благосостояния муниципалитета в целом. Уважаемые налогоплательщики, срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год истек 1 декабря 2020 года. Если вы не уплатили своевременно налоги, начиная с 1 декабря идет начисление пени в размере 1/3 ставки Центробанка Российской Федерации. Таким образом, задолженность по налогам начинается увеличиваться. В случае неуплаты задолженности налоговый орган направляет по почте или через онлайн-сервис ФНС России личный кабинет налогоплательщика требования об уплате налогов и пени с указанием срока исполнения. Если вы не заплатили задолженность в указанный срок, налоговый орган примет меры к принудительному взысканию долга путем направления в суд заявления о вынесении судебного приказа. Судебный приказ, на основании которого производится взыскание задолженности, выносится судьей единолично, без судебного разбирательства и вызова сторон. А после передачи на взыскание в службу судебных приставов должнику придется оплатить не только налоги и пени, но и исполнительный сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей, а также оплатить государственную пошлину за рассмотрение дела в суде. Судебные приставы могут принять ограничительные меры, заблокировать банковские счета должника, арестовать его имущество, наложить запрет на отчуждение движимого и недвижимого имущества, а при сумме задолженности более 30 тысяч рублей наложить запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Судебные приказы с суммой долга, не превышающей 25 тысяч рублей, могут быть направлены налоговым органам по месту работы гражданина для удержания денежных средств заработной платы. Точную сумму задолженности вы можете узнать с помощью онлайн-сервиса ФНС России личный кабинет налогоплательщика для физических лиц в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 11 по Краснодарскому краю. Заплатить налоги можно лично через банк, как и с помощью онлайн-сервиса ФНС России «Заплати налоги» личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Просим срочно погасить имеющуюся у вас задолженность.